наши покупки на сегодня: гранаты, яйца, морковочка. Вот такой вот сделал, что муж любит такую колбасу. Я такой, кстати, не люблю. Сестренка мне тоже любит. Такую колбаску, чесночок, лучок и картошку. Это он у меня ходил в магазин, и семки. Это все купил. Ну, без чека. Не знаю, сколько что стоит. Это наши покупочки на сегодня. Ребят, вопрос, кто любит колбаску? Это что, сырокопченая, да, наверное? Колбаса сырокопченая, полусухая. Кто любит? Наши покупочки на сегодня. Вот эти конфетки мне очень-очень понравились. Они такие нежные, вкусные. Они по акции в Магните. Я, короче, опять их взяла, пускай будут. Взяла такую шоколадочку с пузырьками деткам и чай зеленый. Ой, чек мокрый. 288 рублей. Это покупочки у нас сегодня в Магните. Я покупала. Наши покупки на сегодня, как обычно, хлебушек кишиневский. Фарш взяла. Сейчас будем делать пельмешки и вареники. Сметанку. Фарш 293 рубля. А в Магните 147. Это наши покупочки на сегодня. Наши покупки на сегодня. Взяла апельсинку одну. Гранат. И виноград. Я каждый день что-нибудь из фруктов беру, но не всегда хочу снимать. Потому что забываю. Пантер, не лази. Сейчас попробуем, вкусно он или нет. Сейчас помою сначала все. Наши покупочки на сегодня. Взяла вот такой тортик Наполеон нам покушать. Сыр. Мандаринку. Апельсинку. Мороженое по акции. Что это? А, батон. Кубаночку зашла, взяла. Горошек. Сестренка там хвалит всю кубаночку, но я тоже взяла. Кубаночка стоит 68 рублей у нас. Надо спросить, сколько у нее стоит. И булочка хлеба кишиневского. И вот такое вот вино. Вот такое вино. Доча, кстати, у меня очень любила это вино фруктовое. Так, полусладкое, столовое. Сангрия. Нет, я когда в Бобеже жила, я всегда тоже, мне оно очень нравилось, такое вкусненькое. Кстати, мы сегодня его попьем. День рождения у моей Натальки. И, кстати, она его очень любила, я его увидела, думаю, ну, возьму, пускай будет такое вино. Ничего нельзя, вино можно, чуть-чуть. Ну, взяла большую, вдруг кто в гости приедет все-таки. Может у нас такое быть, в гости приедут, так я вина налью. Потому что беленькую мне нельзя, и я не пью из этого. Все. Это наша покупка такая. На сегодня 903 рубля. Ну, еще и горошек. 68. Наши покупки на сегодня.